Хорошо. И проговорили. И говорим, я самая лучшая, самая красивая, умница. Пьем водичку. Я самая лучшая, самая красивая. Я сильная, я здоровая, я мегалидер, да. Я модель, я иду по подиуму, мне все аплодируют. Да. Я стройная красавица, у меня ноги из ушей. Я мультимиллиардер, да. Меня фотографируют на обложке журнала Forbes. Я уверенный, я мощный, я король. Девочки говорят, королева, мальчики, король, да. Отлично. И, друзья, если здесь есть кто-то, кто первый раз, то я немножечко скажу о том, чтобы нормально воспринимали, не так, как я впервые. Когда я впервые услышала смех, меня просто вот без предупреждения добавили в чат, и я увидела, просто люди смеются. Ну, скажу так, что я это не восприняла, то есть у меня все как-то внутри буйствовало. Ну, парадокс, сейчас я тренер смеха, то есть прошло какое-то время, и если нужно было этим заняться, то я здесь. И поэтому все, кто сюда попали, это не зря. Это не зря, спасайте, просто хватайте за это, как за спасательный круг, который помогает очень многому в жизни. И что же такое йога смеха? Йога смеха – это прежде всего тренировка. Тренировка. Да, вот некоторые говорят, просто так смеяться – это неестественно. Да? А скажите, пожалуйста, когда вы идете в спортивный зал и много раз приседаете, это прям так естественно в вашей жизни? Ну, конечно, нет. Или когда вы качаете пресс, поднимаете ноги, или качаете штангу, это прям так естественно в вашей жизни? Нет. Но вы через пот, через усилия, через свою осознанность делайте это, чтобы получить результат. Так вот, наши тренировки – это на то, чтобы получить результат. Угу. И, конечно, мы включаем здесь игры, практики, пальчиковые гимнастики, смехотанцы, многое-многое-многое, потому что наша задача – превратиться в детей и тренироваться с радостью. Поэтому ребята отбросили все комплексы, да? Выключили ребенка, то есть выключили взрослого и выкинули. И включили ребенка, и да, в Библии сказано, будьте как дети, всегда радуйтесь. И первая причина, по которой мы занимаемся йогой смеха, это то, что мы тренируемся и прокачиваем свое здоровье, свое счастье. Да, счастье можно прокачать так же, как и мышцы в спортзале. Представляете, как здорово. И когда мы смеемся, у нас тренируется пресс, то есть это как, такая же тренировка, как в спортзале. Мы избавляемся от лишних калорий, становимся стройнее, у нас обозначается талия, у нас усиливается кровообращение, а кровь – река жизни, которая несет кислород ко всем органам. И представляете, вот если недостаток кислорода к мозгу, то это инсульт, если к сердцу – это инфаркт, да, и деменция, Альцгеймер – это все связано так же. Поэтому мы усилим это кровообращение, и мы поговорим также сегодня и о правилах, чтобы это было более эффективно. Йога смеха – это также постковидная реабилитация, посттуберкулезная реабилитация. Это возможность уйти от вредных привычек, потому что мы их меняем на другие привычки, и радость. Да, это такая же привычка классная, которая дает гормон, гормон счастья. Далее – это эмоциональный интеллект. То есть мы научаемся управлять своими эмоциями, распознавать эмоции других людей. И еще что очень важно, йога смеха, она способствует миру во всем мире. Потому что когда мы наполнены счастьем, мы можем делиться только тем, что у нас внутри, да, этим счастьем, как солнышки. Да, и пусть от нас идут только одни вирусы. Это вирусы счастья и радости. И теперь, друзья, мы начнем нашу тренировку. Первое правило, я уже сказала, одели улыбку, да,
И знаете, я часто замечаю, что некоторым людям тяжело смеяться, тяжело рот открывать. Это говорит о том, что какие-то блоки. Вот наш социум уже поставил блоки, и человек вот этот зажатый, да, у него тут мышцы болят, если он пытается рот растягивать. Поэтому массируйте, массируйте себя, тренируйте, прокачивайте себя тоже в этом, и долой все-все блоки. Давайте первый блок вот сейчас слепим. Все проблемы, если у кого-то есть какие-то волнения, если есть у кого-то какие-то проблемы со здоровьем или обиды, вот все, что тревожит, все, что волнует, вот как слепили такой вот, как снежный шарик, и выбрасываем далеко и навсегда. Остались еще, все, сгребли, да, и еще, и другой рукой расстаем. Молодец, да! И теперь смотрите, когда мы смеемся, мы широко открываем рот. Сделали вот так. И смеемся мы как раз на эту букву, на букву А. Два в одном. Широко, как в кабинете уха, горло, носа. Попробуйте, как у вас кулачок войдет, вот сколько косточек. Или вот этими костяшками. Вот, зафиксировали. И сейчас посмеемся, если у вас будет рот закрываться, то вы вот так фиксируете. Потом вы берете и тактильно запомните это состояние. И приготовились. Открыли. Да, вот так держим. Молодцы, молодцы. Классно, так, запомнили, да? И следующее правило очень важно, но прям очень-очень важно. Мы смеемся, выдыхая до конца, до конца. И для этого мы сейчас с вами сделаем такое упражнение «Беззубый дед», да? Вот представьте, что беззубый дед, и у него уже и голоса нет, и он вот так смеется. Попробуйте беззвучно, без голоса. Получается? Да. Теперь смотрите, какое будет упражнение. Когда мы начинаем смеяться, мы включаем на всю громкость. Давайте, как вот в душе, так на полную мощь. То есть нам надо, чтобы из нас все максимально вышло. И когда у нас уже голоса не останется, мы начинаем смеяться, вот как вы сейчас потренировались, да, как бы зубы делали. То есть голоса нет, а воздух-то у нас еще остается, поэтому мы до конца все из себя выдавливаем. И при этом у нас животик подтягивается. И приготовились до... Не выполняйте, ребята, вы не внимательны, друзья. Друзья, смотрите, вот внимательность и дисциплина – это один из важных факторов. И у нас сейчас идет с вами не просто зарядка, мы еще с вами успеем похохотать, а сейчас вам нужно внимательно делать, слушать и слышать, и выполнять. То есть наше задание, которое я сейчас дала, это выдох голосовой, смехи, а потом смеяться бесшумно, и все. Не надо придыхание делать, не надо заново. То есть наша задача вот сейчас длинный-длинный на одном выдохе сделать смех, и потом, чтобы была полная тишина. Хорошо? Но мы продолжаем из себя выдыхать. То есть не надо сейчас вот тратить время, долго смеяться, мы посмеемся в конце. Давайте делать вот то, что сейчас вы слышите, хорошо? Итак, делаем вдох. И... Ha, ha, ha.
из дам, из королев продолжать смеяться и делать придыхание, делать неправильно, невнимательно. Смотрите, еще раз сказала, когда вот, вот сейчас все остальные были молодцы просто. То есть вот задача смеяться, когда голоса нет, мы смеемся беззвучно. То есть у нас полная тишина, мы еще продолжаем выдыхать. А не так, что посмеялись. Нет, нет. Будьте, пожалуйста, внимательны. Итак, первое правило – улыбка. Второе – открываем широко рот. А. Третье – включаем полную мощность. Четвертое – мы смеемся до конца. И когда воздуха у нас нет, мы вот так выдыхаем. Хорошо? И да. Смотрите, вот сделайте сейчас все вдох. Сделайте вдох. И обратите внимание, где плечи у вас, где грудь. Многие это делают вот так. И в это время живот поджался. Нет, наоборот. Когда мы делаем вдох, мы беременем счастьем, да, у нас на живот такой надувается. А выдох, живот втягивается. Вдох, плечи опущены. Выдох, живот втягивается, да, пупочек позвоночника, как голубой губки. Угу. И сейчас мы добавим еще тело в дело. Хорошо? Берем мешочки со смехом, делаем вдох. И вот сейчас посмеемся с вами немножечко подольше, но будьте тоже внимательны. И сейчас мы смеемся всем сердцем, носом, глазами, ресничками, коленками, попами, печенками, селезенками, ушами. Тело в дело, используя все эти правила. Главное правило в йоге смеха – это выдох до конца. Это главное правило. Поэтому мы на «а», поэтому мы громко, чтобы полный был выдох. Кто-то выключите камеру, кого-то там что-то все время квакает. Наверное, всем мешает. То есть вы полностью выдыхаете. Вот это самое главное правило. Когда воздуха нет, мы еще продолжаем выдыхать. Почему это важно? Потому что тогда, именно в этом случае, мы вместо 1 литра воздуха, мы берем 4 литра. И даже больше, вот спортсмены до 6 литров воздуха вбирают в себя. Понятно? И только когда уже воздуха не хватит, мы сейчас немножко одну минуту посмеемся и добираем боль, добираем заново. Хорошо? Когда вот, вот как под водой вы плывете, плывете, там камушки ищете, ракушки какие-то, а потом вот уже начинаете задыхаться, вы... Вот такой должен быть вдох. То есть когда уже прямо дышать нечем. Хорошо? И берем смехом мешочки в руки. И вдох животиком. И... на это внимание, потому что мы сейчас у нас смехозарядка, друзья. Смехозарядка тоже классно, а сейчас у нас йога смеха. То есть это тренировка, это целебный смех, еще более полезный. Да? Хорошо. А сейчас мы с вами достанем радугу счастья. И тянемся, тянемся, тянемся. Кто хочет двумя ручками, тянемся, тянемся. Стоим на носочках, тянемся. Ух, вытянули одну ленточку. Понюхали. Ой, как за туманчиком, солнышком. Какая-то смешка такая. Бога. Тянемся к другой ленточке. Тянемся, тянемся, тянемся. Потянулись. Ух, и понюхали. Ой, морского бриза. И когда вдох делаем, животик набираем воздуха. Выдыхаем все ненужное, да. И еще раз потянулись, потянулись.
Потянули, стоим на носочках, плечики расправили. И зеленая ленточка. Как здорово. Вдох, набираемся энергии. А выдыхаем все ненужное. Здорово, классно, молодцы. И сейчас мы с вами будем срывать и кушать какой-то интересный такой плод. Мы видим перед нами дерево счастья. Мы тянемся. О, банан. Интересный какой-то. И чистим. Огурец. Животик втягивается. Нет, ты собираем все эти конфеты, чистим и разрываем. Корзину соберем, они нам еще пригодятся. Да, давайте вообще потрусим это дерево, посмотрим, что еще на нас посыпется. И трусим. Фигуры, доллары, рубли, евро, вообще монеты, доллары, монеты, купюры разных стран. Вот это вот думаю, дорогие процветания. О, представляете, сколько мы теперь добрых дел сможем сделать. И, друзья, мы теперь с вами очистим реки, океаны. Мы сделаем новые стадионы. Мы построим новые парки. Представляете, мы выполним все свои мечты. У кого какие были сверхцели, мы все теперь это сможем сделать. Так здорово, классно, правда? Давайте нашу считалочку. Сходим. Дальше, и в это время смотрим, два человека ругаются, ссорятся на друг друга на тарабарском. Давайте. На тарабарском. А мы берем наши конфеты и... выгуливает. Мы говорим, ой, какая красивая. Говорим, а можно погладить? Он говорит, можно. Мы подходим его по голове гладить.
И приходим мы в зоопарк. И кого мы там видим? А мы там видим верблюда. Верблюд. Мы начинаем за ним все повторять и как раз массируем все наши вот мышцы. А так, да. Вот уж верблюд у нас разозлился, он может что-то сделать. Мы же превратились в детей, да? Мы выключили взрослого. Прыгаем, прыгаем, как зайчики. А с детской лет с обезьянами. И мы с обезьянами балуемся, смеемся и корчим наши А у следующей клетки нас встречает тигр, и он рычит. Мы тоже начинаем рычать, потому что это очень хорошая профилактика в йоге от ангины, болезни горла. И мы языком сейчас открываем широко рот, языком тянемся к подбородку. Руки у нас очень такие напряжены, мы рычим. Рычим все. Дальше подходим, жираф, жираф, и мы набрали травки, и тянемся к жирафу, тянемся, тянемся, и угощаем его, а он хватает травку, а мы ее не отпускаем, и у нас прыгнули. Ой, классно, а тут перед нами озеро. Ой, озеро там много-много растений подводных. И мы пальчик наклонили, другую ножку, и просто друг по другу. А сейчас мы сами превращаемся в подводное растение и чувствуем, как волна нас качает. Мы восстанавливаем дыхание. И вот сейчас слушаем свое тело и качаемся в разные стороны, как просит наш позвоночник, все наши суставы. Вот такие растения подводные. Подключаем воображение. И у нас все-все позвоночки работают. И рыбка проплыла и коснулась чуть-чуть локоточка. Мы открыли глазик. Она такая желто-синяя. Мы ее поприветствовали. Качаемся под водичкой. Опа, кто-то коленки наши коснулся, смотрим, тоже такая чудесная круглая рыбка, как здорово. Мы сливаемся с этим подводным миром, как одно целое. И вдруг смотрим, трехглавый дракон из воды откуда-то появился. И на нас, и мы плывем скорее к берегу, плывем, 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 скорее, 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 он за нами, и мы быстрее выплываем и вспоминаем, что у нас есть что? Смехоконфеты, и мы берем эти смехоконфеты в первой голове, и она начала, давайте на букву О, во вторую голову кидаем, и в третьей голове,
он такой добрый становится, веселый. И говорит, садитесь на меня, я вас покатаю. И мы за его шею, за одну, за вторую, за третью. И все следом садитесь, у него хвост длинный. И помчались, катаемся на змее. Я такой высоте бежала, больше подлетела. Я смеялся. Пытается пониже. И стряхнул за эту фото. Да, по-английски very good, very good, да, very good, very good, да. И вдох сделали, набрали силы, радости, и как мороженое растаяли, выдох. Еще раз вдох и выдох. Так, у меня где-то вы пропали тут. Если слышите, делайте вдох. Да, отлично. Хорошо, молодцы. И сейчас мы с вами сделаем немножко разминочку на правое-левое полушарие. Хорошо? И у нас будет зайчик, пальчик. И сейчас мы это меняем. Это самая легкая, это младшая группа детского сада. И раз, два, раз, два, раз, два. Это против деменции. Раз, два. И хлопок добавляем, у кого получается. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Получается? Так, дома тренируйтесь со своими близкими. Хорошо. Дальше. Тремя пальчиками, как будто мы солим, да? Вот такая у нас собачка, зайчик или лисичка, как хотите. И раз, поменяли. Раз, поменяли. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Получается? У кого получается, добавляем хлопок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот тоже потренировались. Берем себя за нос и под руку к уху. Раз. И поменяли. Два. И раз. И два. И раз. Два. Можно через хлопок также. Вот в Ростове мы с ребятами встречались в офлайне, мы еще делали такую классную пальчиковую гимнастику вместе с приглашенными гостями, соку-соку, бачи-бачи. Но мы ее как-нибудь в другой раз, сейчас уже не хватает у нас на это времени, да? И сейчас мы с вами сделаем вдох и выдохнем, как лошадка, губки расслаблены. Вдох, животик, плечи напущены. И пропоем звук А. Вдох. И когда воздуха не будет, все равно тянем уже беззвучно. О, и вот смотрите, мы с вами посмеялись, мы начинаем голосовые петь, и вот у многих сейчас появляется желание откашливаться, да, то есть выходит слизь, выходит все, что мы там за ночь накопили, у кого-то после простуды, поэтому салфеточка должна быть, и вы сплевываете, и у вас может быть легкое головокружение, это классно, это кислород пошел в голову, да, водичка у нас всегда под рукой, да, для того, чтобы мы ее пили, да.
Поэтому давайте сейчас вот есть желание откашляться, да, друг другу вот так поворачиваться от друг друга, метафизика, да, не будем на друг друга кашлять. И сейчас мы откашливаемся, и то же самое, как в смехе, как в звуках, один и тот же принцип, так и в кашле. Мы до конца, пока есть голос, мы делаем смех, либо откашливание, либо звуки поем, а потом что у нас? А потом беззвучно мы из себя до конца все выдавливаем, что потом... Ребра у нас раскрылись, полный объем воздуха, кислорода попал в наши легкие, да? Давайте сейчас мы откашливаемся, можно представить, что мы мячик отбиваем в стеночку, и на одном дыхании, и вдох. Так, получается, еще раз вдох. Вот я чувствую, знаете, в голосе, в горлышке что-то меняется, легкое головокружение. Сейчас мячик будем отбивать. И вдох, и откашливаемся. Все, из себя выгоняем, все хорошо, откашливаем. До конца, до конца. Да, молодцы, молодцы. И сейчас поем букву О. И у нас горлышко так уже округляется, знаете, это вот и певцы делают это упражнение. Это тоже, кстати, против простуды очень хорошо. Вот йога смех, она все включает. От кашля, микротехники, пальчиковые гимнастики и голосовые пропевания. Итак, звук О, вдох. Вот еще. Да, эффект продолжается. Вот все эти эффекты говорят о том, что вы делаете все правильно. Теперь мы добавим до середины, руки опускаем, и будет М. И губки расслаблены, у нас все делаем на улыбке. И вдох. Тянем, 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 тянем. И вот тут шикотно должно быть. Чувствуете, как вот разные регистры включаются, да, у кого-то там, если носик был заложен, вдруг начинает дышать, вот все, тут вот прям хорошо пробивается, все очень классно. Так, на время смотрю, у нас скоро закончится, надо так торопиться, хорошо. А, О, У, вдох. Глазки можно закрыть. Сейчас ты, но мы споем мы, положим друг другу руки на плечи, да, и пожелаем друг другу счастья, здоровья, радости, всего, что желаем сами себе. Руки на плечи друг другу, своим друзьям, близким, кому нет рядом, представляем, родным всем. Вдох. Мы. Тянем, вдыхаем. Ну и давайте звук «Я» сейчас. И все, что вы себе желаете, скажите: я лидер, я уверенный человек, я мега масштабный, я живу в изобилии процветания, я здоровый, я сильный, я крепкий. Продолжайте все себе говорить, и звук «Я». Глазки можно закрыть на межбровье. И вдох. Я. Ну и, друзья, сейчас во имя мира во всем мире
мы посмеемся. И на все эти буквы, которые мы уже пели, да, мы разогреваемся, начинаем с буквы А, потому что больше идет у нас воздуха. А сейчас уже тренируемся и высоко, и низко, и детским голосом, и как там дедушки смеются, и разными, да, и на А, и на О, и на У. То есть сейчас упражняемся на все буквы, на все гласные. И поехали! Во имя мира во всем мире! Включайте микрофоны! И... Ha 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 ha